Друзья мои, у меня есть вот такие щучки говяжки, замороженные. Я их распаковала и буду туда очищать лучок и две морковочки класть. Лук кладу вот таким образом крупно нарезано, прям крупненько. Морковь тоже отправляю в кастрюльку крупно нарезанный. Также я буду добавлять сушеный репчатый лук. Он дает свой вкус. И несколько лавровых листов. Все нужно залить водой. У меня ушло где-то половина 5-литровой бутылки. Вот такая красота. И все это я отправляю в духовку часа на, ну, 4, я думаю, достаточно. Томится. Желательно под накрытой крышечкой. Накрываем. Опа, опа. Потому что будет разбрызгивать всю духовку и выкипать много. Но на всякий случай внизу противень, чтобы не мыть духовку, а противень, если что, вдруг. Так, у меня 180 градусов сейчас, ну, режим конвекции. И я ставлю 4 часа. Закончится, о, аж в 14:35. Ну, к позднему обеду. Друзья мои, тут все варится, томится, очень вкусный запах. А что можно, конечно, к щечкам, это картофельное пюре, поэтому делаем. Я сразу нарезаю картошечку, потому что она нарезанная, сварится быстренько, и я благополучно сделаю пюрешку. Пюрешку буду делать с молоком и со сливочным маслом. Ням-ням-ням, к щечкам самое оно. Друзья, все готово. Посмотрите, что получилось. Все разварилось, мясо, все наши щечки развалились. Давайте смотреть, бульона много, сейчас буду накладывать. Вот какая красота получается, нежнейшая картошечка, морковка, мягкое мясо, все разваливается. Наша щечка на части. Одно удовольствие такое блюдо кушать. Готовится легко, просто положить в духовку и все. Считаю, ничего делать не надо. Приятного аппетита, классный рецепт.